переносном смысле всех тех, кто сейчас находится в Янтарном крае. Футбола вчера мы с определенной такой, скажем, скидкой. Вот и Саманта Брисио. Саманта Брисио. Да. Елизавету Попову я пропустил. Да, и Саманта Брисио выходит. Сыграют помощнее, я так думаю. Ну, и вот пока 2-1 еще Казань впереди. Сейчас Брисио здорово играет на задней линии, принимает мяч. Очень тяжелый мяч. Часто показывают Саманту Брисио. Писала руки, и от этих рук легко было отыграться. Дарит Липенко в защите. А сейчас низковато было для Иры. Воронковой атака. Направление все было верно. В правый угол Михаил. Ой, а сейчас ошибка на приеме. Татьяна Романова не стала даже рисковать, руки выбивать пальцы. Мы видим, что сели в диагональ, так она там и остается. Прекрасная подача Саманты. Вот-вот. То, что она умеет делать. Помним, она может в решающие моменты подавать. И причем подает такое ощущение, что вообще практически безошибочно. Потрясающий хладнокровие. Да, да, да. И при этом опять подача, что у нее почти вся силовая. То есть у нее зарядка. Посмотрим, удалось ли сбить руку Саманте. Нет. По-прежнему надежно. Ух, как принимает. Вот что это значит, класс. И сама же полетела на пайп, но... Ну-ну-ну. Нет, хороший был розыгрыш. Да, подача очень сильный элемент у Саманты Брисио. Вот смотри еще раз. Вот у нее... зигзагом забегание. Опа, да, есть, пожалуйста. Хороший такой невысокий подброс. Да. Как под... А он прям так чнёхонько. Кинем еще все-таки упасть в сборную. Аут. Да. Но блок. Нет. Блок был, касания не было. Вчера, помню, она хорошо подавала, несколько эйсов сделала. Ну, сейчас решил не рисковать. Вот сейчас такой напряженный момент. И вот. Осторожность была оправдана. Без сомнения, лидер по первому сету, по первой партии. Да, мимо. Говорить как-то сложно. Казань близко к победе в первой партии. Опять прекрасная подача. Пожалуйста, и сетбол. Отличная подача. Перебросил все-таки Муранкову, да, поняла. Похвалить можно Арину, да, что она такой мяч смягчила. Ветеранам Великой Отечественной войны, и, конечно, мы будем вам... Пожертвования будут сформированы и переданы ветеранам войны. К сожалению, их с каждым годом все меньше и меньше. Потому что 75 лет с течением войны, это можно... Это, да, с трактом вернется. Ну и сам знаешь... Очень много и ребят, и девчонок, кто приехал. Уверен, будет полна амбициозных надежд. Саманта увидела, что мяч падает все-таки на площадку. Очень здорово. Хороший накат. Прям в пустую зону. Хорошо. Идеально просто. От души вывалилась Дарья, да. И подарок не приняли. Ефимова ошиблась сейчас, взяла и просто отдала мяч. Сказал, неприличный. Неприличный, счет. Да. Неприличный счет для сборной. И хорошая атака тоже, но и в обороне четко очень действует. Казань, и все, 25-11. Да, потрясающе. Четкий прием. Даня Подкопаева достает идеально. Сейчас поймал себе на мысли, а ведь если вспомнить еще и вчерашний, то есть первую партию сборная выиграла, потом три подряд проиграла. И сейчас это уже, по сути, шестая партия к ряду, которая может для сборной быть проигранной. Да, да. Да. И Татьяна. Опа! Неудобно. Итак, поехали. Четвертая партия. Начинается она с первого очка, заработала своей подачи помочь команде, но... Ну... Назирас точно. И блок хороший. Конечно, да, это сладкая булочка. Аут. Не попадает. Не было запрос будет Сержа делать? Очечка не будут отыгрывать
где-то так по чуть-чуть. Вот, все, поезд сниматься, но и со своей подачи что-то зарабатывать. Вторую партию там было безоговорочное преимущество Казани. Сейчас такое же безоговорочное преимущество сборной. И даже вот такие разовые акции мне. То, что Ришат связку пытается, да, немножко передернуть, взбодрить, так сказать, но ни пока не имеет этого. Никакой, да, никак. Ну, по крайней мере, вот сейчас. И прием наладился в сборной. Так, ну вот здесь. Сборный. Да, сама добрый все. Надо держать ее сейчас. Нет, да, силовая. Ну, силовая, но средняя. Беги и далеко. Все. В зоне подачи. Все-таки Саманта Брисио, но... наконец-то, передача все, долетела. Саманта, да. Брисио, таки Казань. Уралочка, Локомотив, который начнется, ну, теперь уже не уверен, что начнется в 6, потому что уже сейчас 17:20 по Калининградскому.